Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками. Конечно, нужно ответить и на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину. Кто их там ждал? Это акция устрашения, как я уже сказал. И сразу же возникает вопрос, кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. А нацисты, как хорошо известно, никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей.